Приветики! Мы сегодня с тобой поиграем в новенькую игруху, про которую поговорим, что это типа колонн. Привет, сосед! Вот нам сегодня и предстоит это узнать. Игра называется «Чё это за чел?» И мы начинаем. Поехали! Ух ты, какая тарантайка! Воу, мы гоним 20 км в час! Жалко, рулить не могу. Нас кто-то палит? НФС вообще отдыхает. Поворачиваем. Руль сам по себе крутится, пофиг. Руки у меня деревянные, как у Буратино, видимо. Приехали! Глуши тарантайку. Так, мы прибыли. Вроде все, мы можем двигаться, да? Тачил рассекает, смотри. Кстати, они похожи на тачки из 40-х годов. Такие драндулеты в тех годах были. Ну-ка, вон, смотри, тачка стоит. Ну да, до военной или военные времена. Closed. Почему закрыто? Я не понял, я туда не могу пройти. Написано closed, но я прошу. А, тут невидимая стенка. Шиш мне, понятно, вот так вот. А, и с той стороны тоже, да? Кто обосрался? Кому плохо? Чувак, ты чё такой бешеный? Ты кто такой? Погодь, это чё? Это Гитлер, что ли? О, нифига себе. Ничего себе. Это ж моя квартира. Открыть, закрыть. Фух. Ты чё, закрой двери, нельзя сюда заходить, я вот так вот встану еще. Он чё, меня поймал, что ли, сквозь дверь? Он мне лещей дал сквозь дверь. Жуткий тип. Смотри, чувак. Это чё, воришка, что ли? Эй, я не понял, в мою квартиру хотят пробраться? Чё за фигня? Сейчас я спущусь. Слышь, ты кто такой? Ну давай, до свидания, я тебя сейчас поймаю, я тебя сейчас люлей отвешу. Дай ему люлей, как ему люлей-то дать, блин, да я не могу ему... Он убежал. Я, по-моему, драться не умею. Я даже пинать не могу. Как мне? Вот присесть могу. Чё, будем коленочки качать? Ляшечки, трицепсы, бицепсы на ножках качать, да? Жалко, конечно, что я не могу люляхи отвешивать. О, карго. Что там у нас? Там пусто. Слушай, ты посмотри, я даже прыгаю как-то немощно. Хоп, хоп. Такое ощущение, что мне гирю к ногам привязали. А я могу в тачку сесть и уехать? Могу. Садись. Нет, сесть не могу, просто двери. Открыть-закрыть могу. Вот это я телекинезом владею, смотри. Откройся. Закройся. Просто рукой махнул. Двери открылись, закрылись. Да я маг, однако, да? О, заднюю дверь могу открыть. А багажник, подожди. Ну, здесь можно, в принципе, перевозить. Например, вон того вот товарища. О, опять! А ну иди сюда. Блин, что-нибудь взять бы, кинуть в него. Возьми вот это. Что же с тобой сделать-то, а? Ты второй раз-то посмотри. Я дома нахожусь, он ко мне лезет. Чё за фигня, чё за беспредел? Бесстрашный какой вариха. Блинский. Чё бы оторвать? Вот эту штуку могу оторвать? Нет, не могу. Надо что-то взять, надо вооружиться, короче, нам с тобой, да? О, это чё, сесть? Табурет взял. Отлично. И как мне его... А, вот как бросать. Всё, я понял. Нет. Да что ж такое-то? Какое тут странное управление. Подожди. Так, вот мы натянули, смотри, у меня рожа покраснела, точнее, похолодела, знаешь, как обморожение лица получилось у меня. И кидаем. Я даже кидаю немощно, что ж такое, что это за дела вообще? Я кинуть даже нормально не могу, вот, напыжился. Все, это максимум, это мой максимум. Капец, это же простой табурет, это стул. Он легкий, деревянный. Я ощущаю себя каким-то жердяем, слушай, просто. Я не знаю, вот мусор возьми, надо выкинуть мусор. Давай вот, в баскет поиграем. Опа. Ты издеваешься? Ты мусор даже не можешь выкинуть. Господи, чё ж за додик у меня тут, а? О, здорово. Спалился. Так, значит, карджу бокс. Видимо, все выкидывать сюда. Ну давай, додище. Еее, бинго. Так, что это там? О, репорт бой. Чего? О, репорт бокс. Давай мусор тоже вот так вот возьмем. И... Опа! И мусор заглючился. Опа! И не могу попасть. Оп! А это что за фигня? Это что за каракатица? Это что, робот что ли какой-то? Что он у меня тут делает? Я даже допрыгнуть на него не могу. Офигенно! Смотри, какой фонарик мощный. Давай-ка его возьмем. У-у-у! Е-е-е, у нас есть фонарик. У нас есть ком. Использовать свой компьютер. Хорошо, давай посидим. Хранить. Смотри, я в компьютер фонариком свечу. Можно? Ой-ой-ой, что-то я не то нажал, подожди. Есть какие-то шахтеры, отчеты, спать, вор. Ну-ка, что за вор?
Вор пытается проникнуть в твой дом. Если вы не заблокируете его, он может украсть ваши деньги. Деньги, точно, вор, подожди. Как выйти, он по-любому у меня уже там шастает. Где? Тихо. Так, вроде никого нету. Фух, машину надо закрыть. Закрываем. Пойдем, пройдемся по квартирке, посмотрим, что у нас, собственно, есть. Это у нас... О, бассейн! Я могу искупаться? Нифига себе. О, да, роскошно. У меня на заднем дворе есть бассейн. Вось пипу кайфу, жизнь удалась. Ладно, все. Пошли, посмотрим другие комнаты. Мы же только заехали с тобой. Надо узнать, что в этой квартире, собственно, есть. Так, здесь у нас пусто, здесь ничего нету. Ага, я понял. А там у нас, наверное, выход тоже на задний двор, да? Да, это к машине выход. Ясно, двери, конечно, закрываем, потому что мы знаем, что тут воришка бродит. Теперь поднимемся на второй этаж. На втором этаже у нас есть спальня, есть шкаф. Спрятаться могу в шкаф? Оу! Ну это чисто тема из «Привет, сосед». Выйди вон. Выхожу, ладно. Извините, что спрятался в свой шкаф. Здесь еще одна комната. Тут тоже пусто. Мебели нет. Зато есть светильники. Зачем здесь светильники? Какое-то ритуальное помещение. Закрываем. Пойдем в свою комнату забежим, может у меня тут... Ну, главное, что есть постель. Спать есть на чем. Воришка вроде по ночам не бродит, да? Ночью ему не в кайф лазить по квартирам. Ему больше нравится, когда... Дверь открыта. Ему больше нравится, когда я вижу его, когда я за ним наблюдаю, походу, да? Давай почитаем, что у нас есть еще на компе. Купив майнерское устройство в магазине, вы должны установить его где угодно. После установки устройства вы начнете зарабатывать деньги. Это автоматически экономит ваши деньги. Нифига себе, мы здесь майнерством можем заниматься, прикинь. Это же круто, денег с тобой срубим. Че за отчеты? Вы можете сообщить о любом объекте, который вы хотите. Вы зарабатываете монеты на основе стоимости объектов, о которых вы сообщаете. Ни черта не понял. Сообщить об объекте, который мне понравился. Ну подожди, ладно, хорошо. Давай вот. А где фонарик, кстати? А, вот он. Вот, фонарик. Хорошо, давай-ка его. Я даже его в коробку не могу закинуть. Да что ж такое-то? Подпрыгнем, давай. Я напыжился. И промахнулся. Чё ж я за дебил такой, а? Немощный дебил. Оп. Есть. Мы положили в коробку что-то. Вот эта штука, вот этот робот отсканировал то, что я закинул в коробку. Теперь мы идем к компу. И отчет. Отчет, название, фонарик. Эта часть зашифрована. Ну давай отправим. Я отправил фонарик и получил коины, смотри. 0,09910034 коинса. Да, я великий математик. Я не знаю, как эту цифру по-другому назвать. Подожди. Раз, два, три, четыре. Ты слышал этот звук? Пока считал цифры, что-то случилось. Может, ко мне проникли? Твою ж налево! Где этот грабитель? Он вскрыл мою квартиру. Он украл мои коинсы. Ты видел что-нибудь? Это что у тебя такое? Капка! Это что за фигня была? Он в меня пульнул. Я хотел убрать у него капкан. Он капка... Он чуть в капкан не наступил. Это что за бред вообще? Мужик! Ты охренел? Смотри, какой капкан еще у него тут стоит. Давай это заберем. Офигеть, у нас есть капкан. Есть капкан. Хо-хо-хо. Надо что-нибудь придумать, что с ним делать. Бросаем его здесь. Наступить на него могу? Нет, вроде не могу. Надо правильно установить его. Вот, установили. Опс, сам себя поймал. Давай, выбирайся. Вытаскивай свои сломанные кости. Надо отсюда его убрать. Поставим его, знаешь, куда? Поставим его прям при входе. Попробуем поймать вора, да? Вот так вот. Ништяк. Пойдем сидеть за компом. Просто сидел за компом и в воришку попал. О, смотри. Блин, спугнул его, ну черт подери. Давай, садимся, читаем дальше. Если вы спите ночью, спецназ может... О, здесь есть спецназ. Если вы спите ночью, спецназ может атаковать ваш дом. Закрывайте все двери, пока вы спите. Это экономит ваше время, чтобы спрятаться. Нифига себе. Спецназ охотится на меня. Чё ж я за чел такой? Да господи, он опять проник. Даже в капкан не попался. Сам попался. Твою ж налево, надо убрать этот капкан. Надо убрать, куда его убрать? Давай вернем обратно нашему товарищу. О, он пробежкой занимается. Смотри. Сосед, здорово. Ты пробежкой занимаешься, да? Так, значит. Че он делает? Он танцует. Так, о, у него тут открытый, в принципе. Нифига себе. У него, смотри, какие замки. Так, нам надо отсюда свалить. Мы знаем, что это не такой простой сосед, как нам кажется. Он может достать свою пуколку и просто выстрелить нам в лицо. Как бы я этого не хочу. Спасибо.
Значит, у нас здесь есть защелочка, смотри. Вот как двери надо закрывать, понятно? Теперь воришка к нам не проберется. Хотя тут такие щели, слушай, что эту защелочку можно спокойненько двумя пальчиками убрать. Так, ладно, тогда хранить. Что-то там... О, магазин какой, пульт дистанционного управления. Если вы используете этот контролер, вы можете видеть пункт назначения из любого места в течение определенного периода времени. Шпионская камера, трутень. О, это же дрон! Переносная рация, пистолет могу купить. Камера безопасности, ловушка. Ну, ловушку я, в принципе, у соседа могу стырить. Пуля для ударного пистолета. И монетный шахтер. Кстати, монетный шахтер я уже могу купить, давай его купим. Так, идет доставочка. Как мы уже знаем, что если мы займемся майнингом, мы будем зарабатывать бабосики. Ну это как бы логично, да? Все, мы купили майнинговую штуку. Нам ее, по идее, должны доставить, наверное. Наверное, доставить, либо она где-нибудь у нас установится автоматически. Давай пробежимся. Нету, на втором этаже. Майнинговая машина, где ты? Где мы? Неужели меня кинули? Твою ж налево. Меня что, кинули на бабки? Может, на улице? О, воришка идет. Воришка идет, воришка, надо пистолет купить, а у меня денег нет, черт подери, мусор. Мусор. Берем мусор. Иди сюда. Я тебя догоню, я в тебя сейчас мусор кину. На так вот, получается. Господи, как я его хочу просто отколошмарить, а. Он меня так бесит. Почта! Почта, почта, может мне на почту майнинговую... Нет, ее нельзя открыть. Майнинговую машину, куда же тебя притащили? Не понял. Подожди, я сюда мусор выкидывал, а здесь у меня майнер. Это, короче, коробка для доставки. Ха! Господи, здесь вот почта есть, они мне в коробку все закидывают. А я туда мусор откидывал. Да уж. Так, ништяк, у нас есть майнинговая тачка. Запираемся. Вот так вот. Сейчас мы ее поставим. Поставим мы ее рядом с ноутбучком. Нажмите левую кнопку, чтобы настроить. Настройте. А, мне ее на пол, что ли, поставить? На стол нельзя? Ну, конечно, я же не обычный чувак. Я же дебилоид. Значит, поставим... Дебилоид. Поставим, значит, на пол. Так, блин, ну капец, почему на пол? Давай, короче, отдельную комнату для майнинга. Вот эту комнату. Вот тут, где у нас светильники. Это ритуальная комната у нас. Все, Я ее просто кинул. А, нет, здесь смотри. Нажмите левую кнопку, чтобы настроить устройство. Ну, короче, я его настроил. И теперь бросаем. Все. Она, по идее, должна работать. Я прав? Что-то я думаю, что она нифига не работает. Почему я не могу нормально поставить эту... Вот, наконец-то установил. Она теперь должна работать и зарабатывать мне денег. Раб-машина готова. Смотри, смотри. Плюс 0,9 в секунду. Круто, деньги зарабатываются. Хо-хо-хо. Мне теперь не надо работать. А чешуена. Так. Значит, вот этот вот мусор мне нужно выкинуть все-таки. У меня все-таки так закрыто. Все-таки в коробку. Или, знаешь что, знаешь что, знаешь что? Давай мы соседу просто намусорим. Вон, у него есть бак мусорный. Отлично. Значит, весь мусор просто... Нифига себе, футбик поиграл. Круто. Ага, хитрец, да? Ха, я тебя поймал почти, что. Надо не отвлекаться, мы выкидываем мусор. Вот так. Пока нашу мусор, смотри, что заметил. Капец, ты видел когда-нибудь такие замки на машине? Это же офигеть просто. Погоди. Внутри мы можем открыть дверь. Хозяина пока нету, поглядеть, что тут. Пусто, ничего нет, ладно, закрываем, чтоб нас не спалили. Что мы тут лазили? А чем мы лучше, чем вот этот воришка, который хочет проникнуть к нам в квартиру? М? Мы лазим по соседской машине, можем залезть в его квартиру. А сосед, интересно, может залезть в нашу квартиру? Ну хотя да, он же бежал за мной. Он же меня удушил сквозь дверь. Поэтому мы выкидываем мусор на его газон. Че-че-че, он запалил меня, кажется. А я запалил воришку. Он опять сквозь меня... Он издалека меня пристрелил? Да ладно! Жесть! Вот он меткий. Сосед, теперь ты свинтус. Поздравляю тебя. Смотри, смотри, смотри на соседа. Че он делает вообще? Он что, в войнушку переиграл, что ли? Он еще и в форме ходит, военный. Я обалдею просто с него. Давай к нему еще раз поближе подойдем, посмотрим, что у него за форма. Так, он достал пистолет. Он выстрелил в свой дом, но почему-то попал в меня. Короче, на нем военная форма, а сверху плащ надет. Что ж, пойдем на разведочку. Опа, к нему кто-то пришел, смотри. Это что такое? Не-не-не-не-не, чувак, 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 нет.
Закрываем двери. Да как? Он сквозь стенки меня... Если он тебя запалит, то это все, это просто крендец. Ты точно откинешь кони? Смотри, что это у него на заднем дворе? Что здесь у нас? Вам нужна лопата. Блин, ну это тоже отсылка к «Привет, сосед». Господи, у него на заднем дворе тоже была такая штука, которую нужно было раскопать лопатой. Так, что у нас? О, его портрет со штрихом. Вместо усов штрих-код. Оригинально, кстати. Капканчик стоит. Здесь у него... Нифига себе, у него, смотри, телевизор какой. В 80-х годах такие были. Колоночка крутая. Там блендер, по-моему, так. Я слышал его шаги. Что здесь у нас? Бокс. Давай возьмем. Открыть ничего, конечно же, нельзя. Узнать, что в этих коробках, тоже мы не можем. Так, надо проникнуть в дом. Проникнем мы, конечно же, через гараж. Очень любопытный товарищ. Это рубильник, который... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шумим! Шумим, очень шумим. Ну, надеюсь, нас не услышали, потому что сосед у нас глухой. Так, что мы тут имеем? Чашечка. Чашечку возьмем, у меня нет дома чашечки. Опс, камеры, валим. Твою ж налево, кто бы знал, что там камеры есть. Во, вор! Вор в квартиру проникает. Подожди, не стреляй в меня, да... Зато есть чашечки, смотри. Пойдем чаю выпьем. А, подожди, у меня же чайника нет. Надо у соседа чайник стырить. Чашечка, ты где? Так, пойдем, я тебе поставлю на мой столик. Единственный стол в моей квартире. Вот так, ну... Ну ладно, я же понимаю, что я кривопопый, я не могу ничего поставить, нормально положить. Поэтому так. Вон он, смотри, он может меня запалить. Вот так вот сейчас обходим его. Давай вот так вот лучше обходим. Обходим, обходим. Мы тут гуляем. Ух ты, ворона пролетела. Так, капканчик. Кстати, а может я его в капкан смогу? Фух, 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 фух. Двери закрываем. Капкан ставим. Главное, чтобы этот капкан не для меня сработал. Что мы тут имеем? Какая-то... Тебе необходим кей-карт. Дверь эту фиг так просто откроешь. Тебе необходим кровбар. Ну, то есть лом. Так, сосед бежит. Сосед бежит. Куда, 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 куда? Валим. Валим. Тикс. Какой радостный просто. Капец он забавный. Мне кажется, что он под чем-то. Смотри, лэптоп. Забираем. Это что, подожди, подожди. Это молоток или топор? Я не вижу. А, или это линейка просто? А, это линейка. Так, лэптоп мы забрали. Что мы можем еще свистнуть? Еще один лэптоп. Забираем. Хаммер, отлично. Слушай, так получается, я сейчас натырю предметов у него в квартире, и потом это просто продам на черном рынке. Заработаю бабосики. Это же гениально просто. Тут у него плазма. Опс, 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 камеры, камеры, камеры. Надо валить, надо валить, надо валить. Быстрее, 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 быстрее. Шкаф, 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 шкаф. Сработал, по-моему, спрятаться. Ух, я успел, я успел, я успел. Вон, 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 смотри, идет. Так. Интересно, я сейчас вылезу. Я успею убежать? Как думаешь? Какой страшный смех. Лэптоп выкинул. Бу-бу-бу-бу, нет, 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 залезь обратно. Быстрее обратно. Пфф, чё за глюк вообще произошел? Вон лэптоп, кстати, валяется. Так, он закрыл двери. Да не хочу я прятаться уже. Пойдем тихонечку сейчас посмотрим, где он. Почему, когда я хожу на корточках... Упс. Он сидит на кресле в медвежьем капкане. Вот это ты адский чувак. Смотри, когда я иду на корточках, он еще один капкан на капкан поставил. Гениально просто. Короче, я что хочу сказать. Когда я иду на корточках, такое ощущение, что я просто иду. И очень сильно шумлю. Так, все, валим. Там вон баришка. Сейчас мы ему капкан на обратном пути поставим, посмотрим, что будет. Да блин, поставь ты капкан. Вот так вот. Эй, воришка, куда полез? У меня есть молот, на, получай. Сейчас, в капкан, давай, 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 давай. Он мимо пробежал. Тогда лови вот так вот молотом тебя. Да бесполезняк, он какой-то прозрачный, он какой-то дух, я не знаю, я с ним ничего не могу сделать. Значит так, мы с тобой натырили. Чё мы натырили? Лаптоп, пожалуйста. Вот так вот. Еще один ноутбук. Ограбили Гитлера. Где это видно вообще? Ну, закинься давай. Я с прыжка. Вот так вот. И все это продаем. Один лэптоп. Отправить. Есть, продали. Еще один лэптоп. Блин, какие технологии, да? В коробочку положил и отправил куда-то. На черный рынок.
кстати, что есть? Я попробую молотком сломать замок. Не, ничего не происходит. Вообще ничего. Я даже молотком, смотри, как махаю. Такое ощущение, что я веником подметаю улицы. Просто. Что за дятел у меня главный персонаж? Кстати, где моя тень? Я вижу только молот. Меня не существует! Я что, вампир, что ли? Так. Товарищ, здравствуйте. А, это почтальон, он почту доставляет. Здрасте, мордость. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Не вздумай. Ты за мной бежишь, да? О, спортсмен, давай побегаем. Блин, я уткнулся. Оу, саперкот меня ушатал. Я уткнулся в свой забор и, короче, отхватил. Ну что, думаю, что на сегодня хватит этой безумной игрухи. Она действительно похожа на «Привет, сосед», но здесь есть свои угарные и очень классные вещи. Например, мы можем воровать вещи у соседа и продавать их. Мы можем купить управляемый дрон. Здесь есть вор. Мы можем здесь майнить. Можно сказать, что это «Привет, сосед», но со своей огромной такой изюминкой, которая отличает его от оригинала. Если понравился, поваришка, то с тебя лайкос, комментос и подписочка. Ну иди сюда, в капкан все равно не попадает. Козлина.